Это ужасная трагедия, ее нельзя использовать для танцев на костях и в политических целях. Но разобраться в деталях нужно. Закон предусматривает, что в случае, если правоохранитель погиб во время исполнения своих обязанностей, а здесь случилось так, что все, безусловно, все три представителя трех служб МВС соблюдали свои инструкции, свои обязанности, то, естественно, им будет выдана компенсация, она составляет, если не изменяет память, около 700 тысяч гривен. Я думаю, что также будет рассмотрен вопрос, позитивно решен, если у кого-то из семей нет квартир, то будут выделяться квартиры семьям погибших.